Партнеры, во-первых, не прижимаемся. Это не пальцы и танцы, когда все вот так вот стоят. Да? Мужчина – опора. На него женщина облокачивается чуть-чуть верхом. Не бедрами, не грудью, а вот именно верхом. Можете даже височком прислониться к его там спине. Да. То есть ваша задача, для чего это нужно? Стой с места, не сходи. Стой, не сходи. Посмотрите, вот я ее наклонил. Не делай, что ли? Вот я ее наклонил, она на меня обернула. Вот теперь, если я любое движение сделаю, она будет это движение чувствовать, куда я иду. Видите, она шаг делает, именно туда, куда я потянул. Вот я ее наклонил. Я ее наклонил, делайте, делайте. Я ее наклонил. Вот теперь любое движение, она четко знает, куда она сделает шаг, потому что она туда будет Понятно, да? Девочки, не
датчики. Вот куда я иду, мое направление центр груди и ладонь. Вот это показывает, куда я иду. Мы ведем правой рукой, левой вот так вот и делаем. Мы поворачиваем плечи и этим направляем девушку. Вот сюда ручку не надо. То есть всегда направление движения это вот ваша ладонь. Понятно, да? Девочки, вот теперь ваша левая рука. Вы обняли, как вам удобно, мальчика. На загривок, на задницу, на поясницу, на лопатки, куда хотите, как вам комфортно. Но этой ручкой вы прижимаете партнера к сердцу. Обнимите его. Прижмите. Вы выбираете дистанцию бедра от партнера. А вот ручкой вы прижмите партнера к сердцу. Локоточек вниз. И вот теперь смотрите, мы стоим тоненько. И вот это пространство бедрами, вот здесь вот, да? Это то, где девочка может свободно двигаться из-за этого мальчика. Тебя вобрали, девочки себя вобрали. Но не отпрячь. Просто вобрали. Здесь вы будете двигаться мимо партнера. Должно быть тесно. Есть? Теперь, девочки, я вам советую. Это ваше дело. Но я вам советую. Вот контакт верхней части грудины партнеру. А здесь вот просто его положите височки, закройте глазки. Кто сейчас глазки закрыть не сможет, могу дать повязку. Есть? Теперь что мы делаем? Пока глазки открывайте. Мальчики, ножки вместе, домиком стоим. Мы начинаем чуть-чуть ножки мягкие, девочки тоже. И мы начинаем корпусом давить, допустим, на девочку вперед. Девочка почувствовала давление, она... А, стоп, сначала перенести вес. Поднимаем, вытягиваем ножки, переносим вес на одну ногу. Опускаемся. Девушка делает это с вами. Поднимаемся, переносим на другую вес, опускаемся. Как убедились, что девушка переносит вес с вами, вы теперь твердо знаете, на какой ноге девушка стоит. Подняли, перенесли вес. Девушка переступила с вами. Подняли, переступили. Девушка с вами. Нет, не шаги делает. Ноги вместе. Шестая позиция. Вверх, перенесли. Вверх, перенесли. Как только убедились, что девушка с вами двигается, точно понимая, что вы делаете, переходим к следующему, да? Все получилось? Нет, не бедрами, блин, не бедрами, это не латин. Хотя это латинский танец, да? Наверх и просто перенесли вес. Наверх, перенесли вес. Есть? Есть. И не торопитесь, на... Танго можно 8 счетов стоять. Чем отличается от хаски, никуда торопиться не надо. Не надо сходить ногами. Есть? Вот теперь, девочки, закроют глазки и смотрите. Ну, не, подождите, открывайте. Партнер на вас надавил. Вы почувствовали, куда вы начали терять равновесие, да? И вот в эту сторону вы выставляете прямую, красивую ножку, оттянутый носочек. Чтобы, если падаете, чтобы вы обперлись на эту ножку. Понятно? Если партнер потащил в сторону, ребят, только вперед, назад или в сторону. Потащил в сторону, прямую ножку вставляем в сторону. Задача почувствовать, что у вас партнер тянет. Ноги вместе у партнера. Просто вот на месте. Переваливаемся, да, и вперед, назад, в сторону, в сторону. А вот девочка, как почувствовала одно движение, вот, допустим, я девочка, меня назад толкаю, да? Я выставил ножку. Партнер почувствовал, что девочка выставила ножку. Все, прекратил давление. Это чуть-чуть, не надо ходить. Партнеры стоят на месте, девочки стоят на месте. Давайте попробуем. Итак, девочки, облаки, облокотились домиком на партнера. И вот партнер начинает давить. Девушка выставляет ножку. Да, ножку.
сделали, что выстояло. Возвращаемся. Девочки ногу не меняют без партнера. Потащили в другую сторону. Да, почувствовали, да. Девочки, не делайте шага, просто выставляйте ножку. А тебе не надо думать, закрой глазки и чувствуй. Туда, куда ты падаешь.